Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO InMusic. InMusic в данный момент находится в самом начале своего пути на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ICO InMusic сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Нам сразу рекомендуют подписаться на этот проект, чтобы получать обновления. Также нам предоставляется промо-ролик для ознакомления с этим проектом, главной идеей которого является создание децентрализованной платформы цифровой дистрибьюции музыки. При этом пользователи сервисов могут не только потреблять токен, но и зарабатывать. Авторы будут защищены от пиратства, а с рынка уйдут посредники, из-за которых увеличивается стоимость цифрового контента. Весь проект, можно сказать, что держится на четырех китах. Это вознаграждение всех активных участников платформы. Это вознаграждение авторов в зависимости от популярности и ценности их продукта. Также вознаграждение людей, которые занимаются привлечением аудитории и популяризацией ценного контента. Мы видим партнеров этого проекта InMusic. Также одно из достоинств – это использование масштабированной и практичной блокчейн-модели. Теперь мы видим команду проекта InMusic. Ну, относительно команды можно сказать, что здесь все хорошо. Команда внушает спокойствие, доверие. Ведь над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. За этим проектом действительно стоит высококвалифицированная команда с успешным опытом в разработке продукта. Многолетний опыт команды в разработке высококлассных интеллектуальных систем делает проект InMusic действительно достижимой целью. Нам предоставлена также для рассмотрения документация. Мы можем скачать и ознакомиться с ней. Также нам говорят, сообщают, что мы можем получить 20% бонусных звуковых монет. Внизу нам показаны соцсети, где мы можем стать подписчиками данного проекта и получать еще больше информации и быть в курсе последних событий. На этом обзор проекта InMusic закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!